А если там через автобус, то я не знаю, как там спускаться. Там только через чего спускаться. Написано, что автобус. Сидим уже в аэропорту, ждем посадку. Пойди самолет туда. Ты ничего в кармане здесь не осталось? Через 5 минут посадка будет. Да. Задняя стенка поскрипывает, чехол. Сосиска в лаваше 235. Молочный коктейль 245. Ну что с ребенком? А кофе? А кофе? Это там дальше. Американо 255. Это дешево. Капучино. В Москве 500 было. Капучино 355. Экспрессо 255. И что-то еще какое-то. Не вижу. Матье какой, что ли? 345. Мохито. Не мохито, это, наверное, кофе мочито. Нет, не мохито, там коробка звонит, это латте какой-то.
70. Всего, сейчас летим. Уселись, упаковались. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании S7N. Что пожелал? Пожалуйста, размещайте ручную кладь по сидению среди стоящего кресла или на свободной багажной полке. Не допускается размещать ручную кладь у аварийных выходов, проходах самолета и за последними рядами кресел. Информируем вас, что курение на борту воздушного судна категорически запрещено, включая курение электронных. Сейчас больше должно быть, примерно. Так, по часам у меня сейчас 20 минут 11, а когда 11, а если мы приходим 2:30, да, то получается пол 12, пол 1, пол 2, пол 3, 4 часа летит. Сколько еще людей? Сейчас за 4 часа. Я не спрашивал. Как было, так есть. Я не по интернету время, а ручное время стоит.
that your seatbelt is securely fastened. The seat back and tray table are in the upright position. The armrest is down. Thank you. Пожаловать в Бангкок. Температура воздуха плюс 27 градусов. Местное время 2 часа 25 минут. Не жарко. Для вашей безопасности оставайтесь пристегнутыми до включения светового табло. Пристегните ремни. От имени Саван Айрлайнс и Ариан Саван Волт благодарим вас за полет и будем рады новой встрече. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, welcome to Bangkok. The temperature city is 27 degrees centigrade above zero. The local time is 2:25 a.m. For your safety, please remain in your seat with the seatbelt fastened until the fasten signal light is switched off. On behalf of us, Сиси. Да. Чего ты говоришь? Тебе можно пора выйти. Не пора, еще через 3 километра только следующий зал будет начинаться.
маленький вокзал, да? Небольшой. Или наши полночевого. Да сейчас выберут. Чего не проехали? Таня говорила, что без кондиционера вообще нельзя. Они когда Настя бросались, покупали кондиционер. Смотри, какие дороги. Налево посмотри. Я на этих дорогах заблудишься, куда ехать. Поворачиваться не забыл. Бедная Азия. Там дорого будет, да? Странная вся карта еще, да? Чего? Симка вся там про. Зачем? По WhatsApp звони. Зачем тебе по межгороду звонить? Дорого. Конечно, дорого. 70 рублей минута. 80. Можно через код. Код короткий вначале набираешь перед номером.
тогда будет 6 бат минута. Вообще территория красивая, большая, красивая. И автобусы, вот Анекс-тур, видишь, группа привозит. Приехали в Амбассадор, наконец-то. Yeah.
постоянно. Бандан. Одна вниз, а вторую я тебе вытаскивала туда, мама. Thank you.